Привет всем. Хотел сделать видео вам, видеообзор. Отправляю посылку, по частям Варлорда приходится отправлять заказчику. И хотел вам снять видеообзор этих, как построен фрихенд на нем, да? То есть картинки вроде как бы разные, да? Но все объединены, опять же, одной идеей. Это Черный Легион, как вы знаете, это Легион, созданный Абаддоном, не подчиняется никому. Плевал он на силы хаоса, только использует их. Ненавидит Империум, так скажем. Итак, я дал свое видение этого на наплечниках Титана. То есть структура такая, центр занимает глаз всегда. Здесь он переработанное око Терры, которое стало символом потом у Абаддона. Когда ему механику мы подогнали черный терминаторский доспех первому, вот он там красовался, это око Терры. Ну что, структура такая, да, здесь у нас глаз, здесь у нас мордаха какого-то полудемона и череп. Этот череп я долго перерисовал, потому что изначально он был не такой, не устраивал меня. В конечном итоге он мне понравился, даже стал интересным, так сказать. На этом наплечнике, направо, он был первым, вот такой глаз, больше похоже на око ужаса, так скажем. Знаменитая наша морда демона, попробую приблизить его, в глазиках у него знаки хаоса, звездочки. Дымиться. Эту морду я нашел просто целиком в интернете и стилизовал под себя, что мне нужно. Огнем исходит. Ну и череп сзади, который мне, кстати, очень понравился. Я его нашел, не то чтобы я нашел этот череп, да, я нашел фрихенд небольшой, на котором была, ну, скажем так, образ этого черепа. Ну, я его переработал, переделал, у меня получилась вот такая вот морда. Мордаха. С языком из пламени. Вот у нас два такие наплечника. Если поставить один на другой, вы видите, да, что они в принципе по структуре одинаковые. Одинаковая гамма, одинаковые образы. Все это передается в одном направлении. Я так тому говорю, что они могут быть разные у вас фрихенды, да, но впечатление, общее настроение, цветовая гамма должны быть одинаковые. Однонаправленные, так скажем, то чтобы одинаковые. Конечно, разные черепухи, правильно? По стилистике, по всему, но направление одно. Такие дела. И товарищ у нас стоит готовый. Тоже закончили мы его. А сейчас работаем над ривером. С ривером дела немножко посложнее, надо было понять, как его стилизовать. В общем, еще работа идет во всем. Подставки готовы. Все, в принципе. Вот об этом я хотел поговорить. Поскольку истерика в Штатах и в Европе в связи с коронавирусом, поднята, раздутая СМИ, миллионы погибших, тысячи заболевших, и странные очереди людей в масках
с корзинками Ашан километровые. Интересно даже, блин, как они там оказались, корзинки у них. У каждого своя специальная, наверное, в Италии. Поэтому заказчик попросил отправить побыстрее. Так что буду готовить к отправке и отправлю, пока Трамп не закрыл границу. Тут тоже. Все. Продолжим рисовать, ребят. В жопу коронавирус.